Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Топлекс! Мы находимся в GTA 5 Alliance, рубрика «Прячь и ищи». Привет, друзья! И сегодня, ребят, наша рубрика пройдет на огромной территории возле аэропорта. Именно тут нам даются по 3 тачки на каждого. Это крутые квадроциклы, далее суперкары и военная бронированная техника, которые мы должны спрятать как можно лучше на этой огромной территории, потому что далее нам с Топлексом дается ровно 4 минуты, чтобы отыскать тачки у нашего соперника. Ну а далее мы выбираем, какую тачку забираем на 3 испытания, чтобы занять первое место в этом видео. Ну я, ребят, желаю вам приятного просмотра. Не забывайте поддержать это видео лайком. Мне безумно приятно ваша активность, особенно под прошлыми видосами. Давайте под этим видео нажмите свой обалденный царский лайкосик. И тогда, ребят, я буду знать, что вам нравится эта рубрика и то, что мы для вас ее снимаем. Ну а также нажимайте колокольчики, чтобы не пропускать новые видосы. Всегда быть на них самыми первыми. Ну а мы с Топлексом погнали прятать тачки. Пау, срочное включение. Ребят, у меня для вас есть важная информация. У меня есть цель набрать 400 тысяч подписчиков. Но я заметил, что на меня подписаны всего 10% людей из тех, кто меня смотрит. И 90% даже не знают, что не подписаны на мой канал. И если ты заметил, что у тебя вдруг не нажата красная кнопка подписаться, то жми ее скорее так сильно, чтобы можно было ее сломать. И я уверен, что вместе мы сможем добиться поставленной цели. Надеюсь, ты меня поддержишь подпиской. Но я желаю тебе приятного просмотра. Ну и, ребят, жду не дождусь, когда мы начнем нашу рубрику, поэтому предлагаю начинать. Смотрите, у Антона сегодня желтая коллекция тачек, но у меня это БТР. Дальше такой суперкар, гиперкар, X80 и стритрейсерский квадроцикл. Давайте начнем с самой маленькой тачки, и это с квадроцикла, и пойдем первым делом прятать. Топлекс тоже решил начать с квадроцикла. Куда он поехал, куда он поехал? Ладно, поедем в другую сторону, посмотрим, что можно еще найти для этого квадрика. Кстати, ребят, смотрите на этот трамплин. Тут можно реально запрыгнуть на верхушку, а там еще есть плакат. Так что можно реально попробовать запрыгнуть на плакат, только аккуратно. Так, с дороги, с дороги. Не знаю, получится, не получится. Давайте попробуем это сделать. Опасно! Может получиться, только разгон надо больше. Главное не тормозить, ребят. Берем максимальный разгон и аккуратно. Сальтуха! Опасно! Есть! Получилось! Тихо, тихо, задний ход. Так, ребят, мы стоим, мы не падаем. Так, а что будет, если я выйду? Ну-ка, я упаду или не упаду? Блин, вот выходить очень опасно из нашего квадрика. Ну просто поддержите лайкосиком! А! Нормально, я живой. Все, квадрик спрятан, ребят, погнали за следующей тачкой. Кстати, ребят, смотрите, Топлекс поехал уже на своем суперкаре, это Ламборгини. Давайте тоже возьмем суперкар и посмотрим, куда его можно засунуть. Так, ну смотрите, мне понравилось спрятать на вершине где-то. Может тоже попробовать на крышу, короче, аэропорта запрыгнуть. Не знаю, получится, не получится. Хотя можно по-хитрому. О, у меня есть идея. Поехали в одно место, я знаю, куда можно спрятать эту обалденную тачку. Вот я уже почти добрался до верхушки крыши, короче, аэропорта. Вот что такое аэропорта? Этого, парковки. Чтобы запрыгнуть, короче, вон на то круглое здание. Не знаю, получится, не получится. Давайте возьмем разгон, там как раз есть трамплин, вон там огромный. Раз, два, три, давай. Главное, не тормозить и вправо, давай. Пожалуйста, тихо. Нет, о, чуть не соскользнул. Все, идеально, мы приземлились, ребят, тачка спрятана. Это просто, я сегодня 3 тачки попробую на крыше спрятать. Ну, посмотрим, куда еще можно запихнуть нашу жабу, так что погнали ее тоже прятать. И вот, ребят, ждет, не дождется наш синенький БТРчик. Слушайте, его можно спрятать по-хитрому, знаете куда? В метро, точно. У него как раз колеса здоровые, он может через турникеты проехать. Погнали проверим. Не знаю, поместится он там, либо не поместится. Только я знаю, тут есть 2 метро. Одно вот тут близко стоит, а другое далеко. И вот в какое спрятать, я реально сейчас не знаю. Поехали в дальнее метро. Антон вряд ли поедет его проверять. Нет, ребят, я все-таки передумал и буду прятать в ближнем аэропорту. Вот в каком аэропорту? Че я все к аэропорту прицепляюсь? В нижнем парковочном этом. Как его? В метро. Я уже забыл, как говорится. Смотрите, что тут стоит. Тут квадроцикл у Топлекса. Ребят, вот это жесткое место. Как раз надо Антона обмануть, типа, что мы его не видели, подыграть. Потому что если я скажу, что мы видели, он сразу поймет, что я где-то рядом прятал тачку. Так, вот это мне нравится. Так, а сюда можно еще выехать? Опасно. Ой, я думал... Так, мне кажется, это довольно жесткое место. Пора уже вылазить из танка нашего. Я не знаю, как Топлекс будет вылазить, ему придется через туннель ехать, короче, с другой стороны выезжать, но танк у нас спрятан, ребят, и очень вообще его незаметно. Антон, если приедет, то он вообще такой, где танк, а его тут нету. Погнали, встретимся с Топлексом, попытаемся искать его тачки, но он, конечно, будет искать мои машины. Ну а сейчас, ребят, мы зайдемся по нашим байкам и уже попытаемся отыскать тачки у нашего соперника. Ну смотри, Антон, я сегодня спрятал идеально тачки, так как никогда еще не прятал, так что ты охренеешь их искать. Ну что, посмотрим. Ты готов? Да. Напоминаю, дается нам 4 минуты, я готов засекать время. Раз, два, три, погнали, все. Погнали. Давай, опа, я налил. Эх, куда ты это ранишь? Давай, я тебе не знаю, я поеду поищу
Я могу сказать, знаешь, какую подсказку сразу? Какой? Смотри, смотри в потолок, короче. Вот в потолок. Смотри, и может быть найдешь какую-нибудь мою тачку. А вот не знаю, может не знаю. В смысле в потолок? Так, так, так. Ну, у меня там тачки хитро спрятаны, я скажу вот так вот тебе. Ну, смотри, ладно, я постараюсь пока что я поеду по кругу, по границе. Кстати, надо границы объехать и на границах попытаюсь отыскать какую-нибудь... У тебя тактика? Какая? Давай, я сейчас заеду на парковку и там сверху посмотрю твои тачки. Да ты что? Да ты что? На парковку. Ага. Ну, кстати, напомню, на парковке нам запрещено прятать тачки, Антон, поэтому заезжать туда не запрещено. А вот прятать там тачки запрещено, потому что парковка гигантская. Ну, так, да. Так, смотрим, ребят, Вова. Мне кажется, Антон мог догадаться и спрятать вот сюда вниз на ступеньке какую-нибудь тачку. В смысле? Отсюда все ступеньки видно. Блин! Не, ну там я не лайфхак. Прятал. Нормальный лайфхак. Можно сразу ступеньки все проверять. А я обычно раньше ездил и смотрел по каждой ступеньке. Окей, на ступеньках нету. Опасно! Люка. Да, что такое? А скажи мне, пожалуйста, как мне тачку синюю забрать? Синюю тачку? В смысле синюю тачку? Суперкар твой. Да ну, Антон, какой суперкар? А где? Как ты его нашел? Да я просто заехал на парковку, смотрю там сверху. Блин, не надо было тебе давать подсказки, что мне надо в потолок смотреть. Ладно, ладно, буду, значит, без подсказок. Ну, Антон, знаешь что? Я, чего? В принципе, не переживаю, то, что почему у тебя это? Ты тачку нашел, потому что я знаю, где у тебя находится уже один автомобиль. В смысле? Откуда? Ты что, подсматривал за мной? Нет, я не подсматривал, просто я заехал... Откуда? Ну, когда я прятал тачки, я случайно спалил твой квадроцикл. Ладно, расскажу тебе. Квадрик спалил тебе. Так что, Антон, я знаю то, что он у тебя в метро. Так, я решил, кстати, проверить второе метро, может быть... А у тебя там, случайно, тачек в метро нету? Нет, я как раз говорю, я решил проверить тоже метро второе. Может быть, там у тебя еще одна тачка спрятана, но моя интуиция меня подвела. Ну, я проверю обязательно, потому что что-то мне подсказывает, что... Давай, проверяй. Что ты спрятал в метро? Ладно, ребят, поехали, заберем утопник. Получается его квадроцикл, потому что я что-то ни одну тачку пока найти не могу. Я и не мне могу забрать это... одну тачку. Какую? Ты там суперкар нашел, да, себе? Да, да, я вот только забрался, стоит, наконец-то. Ждет меня мой квадроциклик желтенький. Да, блин. Ни хрена я в стену впечатался. Так, нормально. А ты, кстати, кстати, ты тут это, ну, тачки пока ты там собирай, ищи тачки, да я тебе подсказки больше давать не буду, потому что и так, там у тебя есть одна подсказка, потому что тачки у меня все спрятаны почти на крыше. Ну, а в метро нету, случайно? В метро? Ну, в метро это крыша, по-твоему? Ты чё, как в метро окажется тачка вообще? Ты чё? Не, конечно. Не конечно, знаю, в метро знаю. Нету. Так, ребят, привозим первую тачку. Это у нас желтый квадроцикл. Это даже турбо-квадроцикл, так что... Ну, да, он такой быстренький. Протаранился. А где твой суперкар? Ты его что, не привез еще? Я привез, вот он. Привез. Тебе его надо вытаскивать было еще. Да. Смотри, получается. Сложно. Садимся. Ну, а квадроцикл, и я поеду еще... Вон там проверю, ребят, вон там проеду, вот эти здания. Да, потому что можно я проверять, обычно люблю нету. Прятать. Да, конечно, там сейчас найду твой... застрял! Что такое? Я чуть реально не разбился тут. Поехали, короче, быстренько. Можно вот сюда на крышу запрыгнуть. Так, есть, в принципе, тут, короче, этот, так, вот тут... я знаю, где ты мог спрятать еще. Так. Где? Вот тут снизу. Нет? Ладно, я попробую вот туда на крышу запрыгнуть, как я и говорил. И, может быть, получится. Есть! Так. Получилось с первого раза. О, просто! Тихо. Чего? Чего это так? Антон, ты что, тачки забыл прятать, что ли? Ребят, смотри. Забыл. Нет! Прятать? Блин, блин, стой, на крышу. Есть, я забрался. Смотрите, ребят, а что это там за... Чего? А, это текстурки не прогрузились. Нормально. Изи тачка, ребят. Просто на изи тачку нашел, Антон. Какую? Тебе кана. Стой, это Ламборгини. Хочешь прикол? Давай, ты ее в мусорку запихнул, но издалека мусорка не прогрузилась и была чисто Ламборгини видна. Да, блин. Просто на пустом месте, я думал, ты ее даже не прятал. Охренеть, а я что-то приезжал вроде, нет? О, ну, чё? Не заметил ее. Вы видели? Тут реально какие-то баги происходят в GTA. Так, сколько времени? Лев. 3 минуты, Антон, меньше подсказочку. Минуты. Давай. Ну, смотри. Подсказку? В потолок. Только мне подсказку на жабу нужна. Ну, смотри в потолок. Какой потолок, нахрен, Доблик? Ну, ты мне сказал, смотри в потолок. Не. Я тебе то же самое скажу. Давай. Ты жабу спрятал на... Ну и какой крыше? Да ты меня обманываешь. Да не. Ты может, не мог. На крышу, не знаю. На жабе нельзя на крышу попасть, ты меня обманываешь. Это не потолок. Ну, может быть, можно. Ну, я проверю, проверю вот эти места. Да, конечно, летает. Где она летает? Так. Летает. Может, летает, может быть, конечно, не знаю. Конечно, летает, так я тебе поверю. Так, опасно. Я не блин, знаю, где я... твой квадроцикл? Подожди, чего? Подожди!
Да ты гонишь, Антон! Ты ее заметил, что ли? А я ее не успею забрать! Ты что сделал? Ты как ее туда запихнул-то? Ты охренел так, я мотоцикл бросил! Ребят, а это... А, ну в принципе, смотри, под прошлыми видосами ребята писали то, что, ну, мы опрос сделали. Если успел найти тачку, то она твоя, а вот если не успел сесть, то ты ее все равно можешь забрать. Ну я нашел, я не успею за это время заехать оттуда. Ты издеваешься, а как мне подняться? Это получается... Это вот с ловушкой. Это мне надо объезжать вот так вот. Ребят, ну, да. Капец. А время-то вышло у нас. Ну, я ее нашел. Ладно, давай, поехали, соберем. Охренеть, ты что? Ты нормальный вообще, Топлекс? Я уже на максималке просто мчусь. А где... Она упала, что ли? Антон! Ну, в принципе, по границам эта тачка считается. Ладно, окей. В принципе, границы, в мост в границы входит, так что ты мог спрятать. Ну, это просто! Кстати, хорошее местечко. Надо будет тоже потом себе приметить и прятать тут в будущем тачке. А как спрыгнуть? О, чувак, ну-ка, стой на месте. Стой на месте, я сейчас через чувака прыгну. Нет, куда поехал? Так, вон там тачка стоит, я вот по той тачке спрыгну. Топлекс, лови меня, я беру разгон. Аккуратно. Вот это опасно! Аккуратно раздавлю сейчас! Я реально тебя чуть в лепешку не превратил, Антон. Ты что, прям под машины бросаешься? Охренеть, ну это просто... Так, ребят, все, берем на заметку. Это обалденное место. Можно туда прятать. Можно даже с этого моста на другие крыши прыгать. Вот это крутое место. Так, ну, Антон, я тебе сразу говорю, то, что я сегодня забираю... Блин, а что забирать-то? У меня полная коллекция. А ты что не нашел? А, ты квадроцикл не нашел? Квадроцикл, да. Он у меня, короче, на плакате вверху был. Ну, смотри, я забираю себе жабу. Она умеет плавать, она бронированная, так что для последнего выжившего испытания меня просто танки не смогут взорвать. Ты что берешь сегодня? Ну, я возьму БТР, он тоже бронированный, тоже умеет плавать. А может, давай бери суперкар, он тоже бронированный, наверное. Ты попробуй, протестируй. Ладно, окей, ребята, тогда мы сейчас пилингуем наши тачки, посмотрим, кто сегодня победит в этом видео и уже проведем 3 жестких испытания. Ну а теперь, ребят, вы только посмотрите на вот этот обалденный тюнинг вот этой жабы и вот этого БТРа. Ребят, смотрите, первое испытание сегодня будет это гонка, но не обычная, а гонка по воде, так как у меня тачка умеет плавать, и у Антона тоже умеет тачка плавать. И, кстати, ребят, давайте приведем голосование за дополнительный балл. Напишите, голосую за Джела, либо голосую за Топлекса. У кого тюнинг сегодня круче, по вашему мнению, ребят. Напомню, каждый, кто участвует в голосовании, получает сердечко от меня в комментариях. Так что, ребят, хотите получить сердечко, голосуйте. Голосую за Джела, либо голосую за Топлекса. Пишите, точнее. Ну что, Антон, ты готов к нашей гонке? Да, готов. Раз, два, три, погнали, давай. Пока. У тебя старт быстрее, прямо. Давай прямо. Нет. Давай, черепаха, едь уже. Охренеть, у меня тачка буксует. Так, трамплин. Антон, нет, ты не попал, а я попал. Идеальное приземление. Все, мой красный баклажан поехал. Какой красный баклажан? Я яблочко. Ага, это ты. Да. Капец, ты там застрял. О, разгоняюсь по воде, смотри. Тут мелкая вода. Давай. Еле-еле едешь. Да потому что у тебя танк, Антон. Ты такой тяжелый, что ты можешь утонуть. А у меня, знаешь, догоню. У меня, мне кажется, моя вот эта вот жаба, или как ее называют многие, шерп, это как воздушный шарик. Она внутри пустая, и поэтому она легкая, знаешь, такая. Ну, оп, да, я знаю. Я просто как шарик плыву такой, надувной. Опа! Кстати, ребят, зацените мои диски. Я такие диски еще вроде никогда не ставил. Я охренел, когда такие нашел реально в тюнинге, так что решил поставить такие шипастые, знаешь, чтобы тебя напугать, Антон. О! Догоняй! Ты растянешься на пугать. У нас тут зрители появились, смотри. Нахренели. На удочку сейчас тебя поймают еще. Так, ребят, у меня есть шанс обогнать Топлекса. Давай. Водная гонка. Я надеюсь, догоняю. Чуваки, вы поддержите реально лайкусиком. Такие необычные испытания, потому что водная гонка у нас довольно редко проходит, когда реально тачки некоторые умеют плавать. Так, давай. Смотри, ты просто... Сейчас я уже тебя пихну. Да, конечно, пихнешь. Ты это, знаешь, рыба, как это называется? Медуза. Давай, догоняй меня. О, у меня просто непроходимый мой бочонок на колесах мой красный. Бочонок, вот именно. А какой? Смотри, что умею. Видишь? Что ты умеешь? Смотри. Опа! Я бабочка! Чего? Я жук! Ребят, смотрите. О, Антон, закрой. Ни хрена себе. Это незаконно. Задний ход. Нет, я разворачиваюсь на месте. Я тебя там еще говорю. Чего такой медленный? Ты че? Ты мне двери сломал, я еще могу потонуть. Ребят, надеюсь, тут не работает физика реальности в GTA 5. Нет. А, вода даже не черпается ко мне. Ты охренел, Антон, я реально, я тебя сейчас догоню, как бабочка. Давай. Плывем, ребят, плывем на турбоускорителе. Махаем крыльями по максимуму. Я вижу финиш. Нет, Антон, я тебе не дам победить. Смотрите, он по земле сокращает. Антон, я все вижу. Медленный, а я тебя сюда погнал. Я тебя пересяду и буду по тебе стрелять, реально.
Так, ребят, немного, немного смухлюем. Послушай, послушай, разгонимся. Нет, ну, тут камни! Слушай? О, успел, о, успел вывернуть. Не-не-не, нормально, нормально. Ребят, давай, турбо ускоритель. Махаем крыльями. Какими крыльями? Моими крыльями, у меня крылья есть тоже. Уу! Я победил, но зарабатываю первый свой балл. Кстати, ребят, напомню, за кого больше сегодня в комментариях проголосуют за тюнинг, тот получит дополнительный балл из нас с Толиксом. Мы потом почитаем после выхода видео и посмотрим реально, кто все-таки выиграет в этом видосе. Но мы переходим ко второму испытанию. Ну, мой ребят, шипастый ежик готов к следующему испытанию, потому что сейчас у нас пройдет толкучка на воде, где мы должны друг друга скинуть в воду. Ну что, Антон, ты готов? Да. Раз, два, три, четыре, пять, погнали. Воу, нихрена себе, бочонок красный какой. Мне кажется, знаешь, турбоеж. Я вот так, о, турбоеж, точно, давай, турбоеж, турбоеж. Турбоеж сейчас улетит отсюда. Чего? Чего? Пока, стой! Пока. Это мне не нравится! Как ты меня скидываешь? Вот, я понял преимущество твоего БТРа. Все-таки в водных гонках моя тачка круче, а вот в... Так, так, противостояние в толкучке твоя пожестче. Так, иди, ребят, сюда. Обманный маневр. Нет, Антон, какой? Я сейчас... О, спасибо, давай, подтолкушка, подтолкушка. А толкни меня посетить, давай. Нет, пока. Стой, я... Да блин, я хотел ее сбоку объехать. О, зато я не могу утонуть, Антон. Ну погнали, ребят, ко второму раунду. Проверим, кто дальше уже победит. Ну а теперь, ребят, давайте все-таки мстить Топликсу. И раз, и два, и три, и погнали. Так, по-своему, Антон, у меня появилась тактика. Да, хорошая тактика. Какая, такая. Какая? Вот такая, опа. Не сработала тактика. Стой, я хотел с помощью ракетного взрыва тебя толкнуть. Так, тактика, план капкан. Ты дымишься. Ну-ка, давай, ну-ка, поехали надо. К ракеткам, Антон. Давай, давай, к хорошим ракеткам. Это же жестко. Я сейчас тебя забодаю крыльями своими. Давай, давай. Что за фигня случилась? Ну-ка, подожди, а может я вот так получится? Ну-ка, давай. Давай, давай. Тачка, давай, давай, давай. Не получается что-то. Да блин, я хотел, короче, разогнаться. О, давай, давай. Нет, быстрее, вперед, вперед, вперед. Антон, ты меня не скинешь. Опасный бублик на колесах едет дальше. Я застоялся. Так, так. Переходим иди к плану С. Сюда. А не сработал, Б не сработал, а вот С сработает. Еле едет, давай, уже, давай. Ну, что за жесть? Ну, у меня, кстати, быстрее. Я в гонке тебя победил, зато так. Опасно, заворачиваем сюда. Обманул, давай. О, ты застрял. О, Антон, едь ко мне, едь ко мне. Давай, на! Да кого? Ты не взорвался? Ты взорвался! Есть, ребят! Я успел позже спрыгнуть в воду, прежде чем Антон взорвался. Теперь я, Антон, бахнул, так сказать. И поэтому я получаю один балл. Ну и после я уже вниз тоже улетел. Так что, ребят, счет 1-1. Погнали к третьему, последнему раунду. Ну а я тем временем вылез из воды. Антон восстановил свой танк. И, ребят, погнали к третьему раунду. Посмотрим, кто же все-таки победит. Раз, два, три, погнали. Кстати, Антон, у меня настолько тачка легкая, что я даже на ракеты не могу заехать, чтобы взорвать их. Ну, все, я блин, да ты бронированная какаха. Ты бронированная какаха, я тебе говорю. Давай, давай, давай. Ты очень тяжелый. Нет, давай нет, ракеты. Нет. Антон, Антон. Нет, я выживу, я выберусь. Нет, ракеты, ты слушай. Меня не скинешь. Ты меня не скинешь. А я держусь. Ладно, но ты меня все равно не скинул в воду, Антон, потому что я живой еще. Оп, обманул тебя. Аккуратно. Давай, 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 давай. Теперь твоя очередь падать. Нет. Так, давай, так. Все, пока. Опасно, опасно, Антон, пока, опасно, пока. Опасно, да блин, я хотел колесами зацепиться за заборчик, чтобы ты перелетел через меня. Ну ладно, Антон тут все-таки одержит победу, потому что у него удачка тяжелее, чем у меня раз в 10, наверное. Ну и погнали, ребят, к следующему испытанию. Счет у нас с Топликсом получается уже 2-2, ребят, а это значит, что именно от этого испытания зависит, кто сегодня займет первое место в видосе. Ну что, Антон, ты готов к гонке? Да. Раз. Два, три. О, погнали, все. Блин, ну у тебя БТР, у тебя поворачивает колеса, а у меня колеса не поворачивают. Ой, зато ой. Он у меня быстрее вроде бы. О, не, ни хрена себе. Да, да, он у меня легче и быстрее. Томик, Саша, тебе не победить меня. Давай, давай, давай. Посмотрим, у меня, правда, красный этот крапуз, он вообще неуправляемый, ребят. Так что я это даже не отлично. Знаю. Так, давай. Я, кстати, рассчитывал, что ты сегодня суперкар возьмешь вместо БТР, поэтому я конечно. Очень надеялся на жабу, что тебя могу сегодня просто победить. О, на Антон! Тебе. Нет, ты толкаешься. Иди сюда, синий пингвин, блин. Давай. Вот а что, ты не пингвин, что ли? Да давай, не, давай, не. Давай, 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 давай. Догоню тебя. Да капец. Давай, ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Да у меня ты видел какой тюнинг. Еще мне чуваки еще за тюнинг балл накинут, так что я тебя смогу даже победить, если может, я проиграю, быть, понял? А может быть, давай. Не, ну, кстати, ребят, давайте только по-честному. Оцените реально, у кого тюнинг круче. Потому что я вот это вижу вообще какой-то. Там, что у тебя, наушники какие-то на танке ну, нарисованы. Да. Это что за тюнинг такой, Антон? Ну ты даешь. Классный так, тюнинг. Давай, давай. Кстати, ты чуть не перевернулся. Оп, опасно. Я? Давай, я, давай, давай. Хорошо. Ты на два колеса. О, опять чуть на два колеса не встал. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, бочонок, бочонок, давай. Очень хорошо чувствую себя. Давай, я тебя догоню, говорю. О, есть шанс, ребят, просто финишная прямая, финишная прямая. Да, конечно, нет шанса, смотри. Блин, тут эти кочки, они капец слева-направо болтают. Да меня как тебя выкинуло. Нет, Антон!
Тай, я победил. Я займу первое место. Кажется, давай. Нет. О, здорово, Томвикс. Так, привет. Держи, лови меня, дай проехать. Что? Нормально, это было красиво. Финишная прямая, давай. О, пока, Томвикс. Ты меня скинул, ты меня толкнул. Да, Тон, я тебе не дам победить. Стой. Нет. Куда ты? Ну ладно, Томвикс все-таки по внедорожью оказался быстрее. Ну блин, у меня танк, он вообще, вот эта жаба, она очень легкая, ребят. Я реально не подозревал, что она настолько легкая, что будет просто как мячик отпружинивать от каждой кочки. И получается, Антон зарабатывает 3-й балл, и счет на сегодня составляет 3-2. Но, ребят, не все потеряно, потому что, напомню, вы можете проголосовать в комментариях за тюнинг, у кого круче, и тогда я смогу отыграться и вывести наши баллы на ничью. Ну а пока Томвикс занимает первое место. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, а также написать комментарий. За кого вы сегодня проголосуете в тюнинге? Пишите, голосую за Джела, либо голосую за Томвикса. Ну а с вами был Джел, Томвикс. Ссылка на Томвикса будет как всегда в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Ну а я хочу сказать огромное спасибо за просмотр, за лайки, которые вы ставите, за комментарии, которые вы пишете. Всем удачи, ребят, всем покедова! Пока, друзья!